как руководитель глобального совета бизнесменов говорю, что я сегодня был очень-очень удивлен идеями, которые были предложены нашими участниками. Говорю вам сразу, что много лет проводя чемпионаты и форумы стартапов и национальные чемпионаты, мы видим, как дети наши замечательно развиваются. И вы сегодня показали хороший уровень. Желаю всем участникам в дальнейших чемпионатах успехов, потому что я вижу, что вы уже с малых лет обучены бизнесу, с малых лет вы уже думаете, как бы сделать хорошо и для себя, и для общества. И поэтому ваши проекты уникальные, шикарные, и они всегда найдут в обществе хорошее место. Спасибо большое. Огромное спасибо за приглашение. Меня очень вдохновило то, что делали дети, и на самом деле это на очень достойном уровне. И для них это огромный опыт защищать свои интересы, защищать свою идею, во что они верят. И вы правильно сказали, тот фидбэк, который они сегодня получили, если они его применят, то реально часть проектов, которые мы сегодня услышали, абсолютно реально реализовать. Да, действительно, очень значимый проект для детей, для их родителей, а для меня, как для представителя сообщества, в бизнесе для меня это тоже очень важно, и очень важно, что дети думают на социальные темы. Социальные проекты совершенно, они уже не детские, да, это дети, которые умеют думать, переживать, умеют заботиться о старшем поколении, и меня они очень тронули. Здесь нет победителей, нет проигравших, все на самом деле победители. То, что вы уже в этом проекте, вы многое сделали. Вот, пожалуйста, дальше действуйте, не останавливайтесь. Это начало пути. Форум заканчивается, ваш путь продолжается. Действуйте, анализируйте, действуйте, действуйте. Спасибо большое. Ребята, все, кто сегодня участвовал, вы мое вдохновение. Я в очередной раз, послушав вас, услышала несколько идей для себя тоже, что можно сделать, да. И вы молодцы, вы крутые. Мини-босс – крутая школа. Хорошо, что у вас появилась такая возможность. Я вам желаю сверхчудесных побед. Самое главное – идите к своей мечте, у них есть такое свойство сбываться. На этой хорошей ноте, да, мы готовы закрыть третий наш форум в Казахстане. Он прошел у нас третий раз. Поздравить всех деток с успешным выступлением, с получением грантов. Поблагодарить еще раз наших членов жюри за ваше потраченное действительно время, которое сейчас ценно для нас, за ваши инвестиции, которые вы вложили в детей. И на национальном чемпионате вы увидите их готовые проекты.